Доброе утро, в эфире новости. Меня зовут Антон Скали. Сразу к выпуску. 178 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, выздоровели 194 пациента. Также зафиксировано 15 смертей, 11 из них от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 39 тысяч инфицированных, из них 35 тысяч выздоровели. 1600 человек с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в госпиталях. Кроме того, 695 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперативного штаба, тяжелобольных 360 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких 99. Губернатор Виктор Томенко подписал указ о переименовании российско-немецкого дома в Дом народов Алтайского края. Об этом сообщило управление делами губернатора и правительства региона. Как говорят в ведомстве, Дом народов Алтая стал одной из центральных площадок обмена опытом и идеями национально-культурных организаций. Учреждению удалось наладить взаимодействие с национальными объединениями Алтайского края и Сибирского федерального округа. Совместно с ними в Доме народов проводят культурно-массовые мероприятия, семинары, конференции, концерты, фестивали, выставки народов, проживающих на территории региона. В Заринском районе продолжается реконструкция моста через реку Чумыш. Накануне ход работ на объекте лично проконтролировал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. На объезд переправы тратится много времени. Также это повлияло на стоимость общественного транспорта. Работы начали в ноябре прошлого года. Завершить планируют уже в этом. Объект важен для жителей Заринска. В адрес местной администрации и регионального Минстроя часто поступают обращения с просьбой привести сооружение в нормативное состояние. Мост данный был построен у нас в 61 году. Достаточно долго работал и служил на благо жителей города Заринска, но в одном из пролетных строений произошли разрушения, выполнялись обследования, и фактически мы ремонтными работами продлили срок службы данного мостового сооружения с 92 года. «Сильнее обстоятельств» – так называется социальный проект людей с редкими заболеваниями, основанный Екатериной Лимаевой. Его участники помогают друг другу бороться с болезнями. Все подробности вы узнаете прямо сейчас. Екатерина Лимаева живет с редкой болезнью. Рассказывает, когда услышала свой диагноз, не знала, кому обратиться за советом. Тогда она стала публиковать в социальных сетях посты со словами «Ищу людей с редкими заболеваниями». Девушка подавала заявки на гранты для реализации социальных проектов. Первый выиграла в 2018 году на форуме АТР. Грант он был дан на то, чтобы сделать фотовыставку о людях сильнее обстоятельств, которые включают людей с редкими заболеваниями, людей с инвалидностью, которые социально активны у нас. Ну и такой же целью было сделать видеоисторию. В рамках проекта сняли уже 39 абсолютно разных историй. Съемки проходили в Рубцовске, Бийске, Заринске и Барнауле. После публикации первого видео к сообществу сразу присоединились три участника. Есть разные истории. Есть история слепого мальчика, который абсолютно ничего не видит и занимается легкой атлетикой и бегом. Он бегает на короткие дистанции, на скорость, и при этом абсолютно ничего не видит. Есть девочка, у которой нет возможности ходить, у которой не работают руки, но при этом она вышивает ногами и рисует. То есть это такие примеры, которые вдохновляют нас на счастливую полноценную жизнь. 28 февраля – Международный день редких заболеваний. В торгово-развлекательном центре «Гэлакси» состоится открытие второй фотовыставки проекта. На открытии будут приглашены все участники сообщества, а также люди, которые ему помогают. Юлия Шаламова, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Я желаю вам хорошего, продуктивного дня. Оставайтесь с нами.